Всем гав, дорогие друзья, с вами Хаски, и сегодня у нас будет критика на канал Мисти. Да-да, этот чел лично попросил меня сделать на него критику. Как обычно, начнем с оформления. Аватарка канала довольно хорошая, так как персонаж контрастен фону. Сразу видно, что акцент делается именно на персонаже, поэтому фон попросту не нужен и остается белым. Шапка выглядит простенько. Я бы на твоем месте добавил туда текст, а рядом, скажем, твоего персонажа. А то все выглядит как-то, не знаю, серовато, что ли. Но это чисто мое мнение. Если вы с этим не согласны, напишите в комментариях. С оформлением закончили, поэтому переходим к видео. Что ж, для начинающего аниматора это выглядит хорошо. По крайней мере, лучше, чем у аниматора ляпы. Тут уж без обид фанатам. Видно, что ты пытался сделать акцент на самом персонаже, а не на фоне. Это, конечно, хорошо, но в таком случае нужно было бы добавить теней на задние объекты. И однотонное небо — это такое себе, если честно. Про вотермарку из флипоклипа нечего говорить, ибо в новых видео ее уже нет. Ну ладно, это видео было сделано 5 месяцев назад, поэтому перейдем к новым работам. В некоторых местах анимацию персонажа дерганая. Кстати, это в какой-то степени больше похоже на аниматик, а не на анимацию. Копипаста, хотя в принципе для меми это допустимо. Фона нет, хотя если все-таки аниматик, то это нормально. Итак, переходим к последнему видео этого аниматора. Анимация дерганная, в какой-то степени персонаж нарисован как-то слишком угловато. Хотя, не знаю, может только мне так кажется, и возможно это одна из фишек твоего стиля. Про бэк говорить не буду, ибо знаю, что ты взял его из доступных на ютубе. Копипаста, но как я уже сказала, в меме это допустимо. Кстати, судя по описанию, ты решил заняться сторитаймами, типа как Мирби. Что ж, это действительно неплохая идея, ибо вполне возможно, что таким образом ты соберешь больше аудитории на своем канале. Ой, кстати, чуть не забыла. С превью для видео у тебя туговато, советую поработать над этим. Ибо в некоторых видео их нет вообще. Кстати, этот чел хочет добить на своем канале 1к подписчиков. Поэтому те, кому будет интересно послушать истории жизни или посмотреть другие мемы на его канале, можете перейти по ссылке в описании и даже подписаться. И, кстати, спасибо за фанарт Мисти, он выглядит очень мило. А на этом пока все. Если не хотите пропустить мои новые видео, то подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. С вами была Хаски, оставайтесь на связи.